Сегодня, 13 мая, в Тверском областном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Заволжского районного суда города Твери в отношении Яна Горелова и Сергея Горохова. Экс-руководители компании «Тверская генерация» признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорили к условным срокам 3,5 и 4 годам лишения свободы соответственно. Приговор обжаловали все участники процесса. Прокуратура попросила отменить приговор и назначить Горелову и Горохову реальные, а не условные сроки. Об этом же попросила и потерпевшая сторона – «Газпром Межрегионгаз». Адвокаты же Горелова и Горохова попросили полностью отменить приговор и оправдать своих подзащитных по всем эпизодам. Заседание апелляционного суда перенесено на 29 мая. Уголовное дело экс-руководителя Тверской генерации расследовал региональный следственный комитет по материалам УФСБ России по Тверской области. Бывших коммунальщиков признали виновными в мошенничестве и хищении газа на сумму более 2 миллиардов рублей, совершенном в отношении «Газпром Межрегионгаз Тверь», и злоупотреблении полномочиями. Заключили ряд заведомо невыгодных сделок для Тверской генерации, направленных на отчуждение денежных средств и иного имущества в пользу подконтрольных им организаций. В части обвинения Горелова и Горохова в срыве отопительного сезона 15-16 годов, а точнее в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, их оправдали. Уголовное дело длилось 42 месяца и насчитывало более 90 томов. В канун праздника Великой Победы в Управлении Федеральной службы судебных приставов прошла церемония приведения к присяге. 12 молодых сотрудников торжественно поклялись перед главным приставом Тверской области Надеждой Семеновой и своими сослуживцами беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства. У многих судебных приставов есть родственники, воевавшие в Великой Отечественной войне. Для каждого из них 9 мая – день гордости и скорби. На церемонию присяги в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тверские судебные приставы пригласили участников Великой Отечественной войны Антонину Филипповну Гордееву и Спартака Андреевича Сычева. Ветерана Федеральной службы судебных приставов и почетного работника службы Владлена Константиновича Егорова. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны вновь принятые судебные приставы возложили цветы к вечному огню. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным детьми сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области.